4 офиса МФЦ открылись в муниципалитете в 2018 году, по одному в Голицыно и Лесном городке и 2 в Одинцово. Это позволило разгрузить многофункциональный центр на Можайском шоссе и сократить время ожидания очереди. На сегодняшний день среднее ожидаю в связи с открытием новых офисов нам удалось перераспределить нагрузку. Сейчас новые офисы вышли на плановую нагрузку не менее 200 человек в день, что нам позволило разгрузить основной офис от большой загрузки. И на сегодняшний день среднее ожидание в очереди наших заявителей составляет около от 4 до 5 минут. Сейчас МФЦ оказывает 330 услуг, 194 региональных, 62 муниципальных и 74 федеральных. Многие из них можно получить, не выходя из дома, на портале госуслуг. Правда, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Сделать это можно в любом многофункциональном центре Подмосковья. При себе достаточно иметь паспорт и СНИЛС. Многие услуги могут оказываться только в электронном виде, и они убираются из оказания многофункциональных центров. Еще хочу сказать, что с 1 января 2017 года при подаче обращения по некоторым услугам через региональный или федеральный портал государственных услуг заявитель имеет скидку 30% на государственную пошлину. Кроме того, подача заявления через интернет может сократить срок получения услуги. При этом в каждом МФЦ есть оборудованное рабочее место, воспользовавшись которым любой желающий может зайти на портал госуслуг. В случае возникновения трудностей на помощь всегда готов прийти консультант. В ближайшее время Одинцовский МФЦ проведет большую информационную работу, главная цель которой – разъяснить жителям муниципалитета, как зарегистрироваться на региональном портале госуслуг, как подавать заявки и как пользоваться личным кабинетом.